love is a lie. And so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby you've shown me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby, I'll do. Our love is a lie, and so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling. Is alive, and so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. I've heard there was a secret chord that David played and that pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the third, the fifth, the minor form and the major lift, the baffling key. Fear was wrong, but
you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew. Привет, Кирилл. Почему сейчас не сработает?
Индила еще есть исполнительница. Там еще пару песен из мультфильмов есть. Рататуй смотрел? Я думаю, да. Там тоже хорошее музыкальное сопровождение. Зачем ты фармишь мой пак? Ну вот зачем это Я не знал, что дракон сбивает каст Ку красного оружия, когда ты начинаешь его... начинаешь с ним драться. И он тебя типа откидывает. Нормально, я жахнул. Сюда. Так не люблю, когда обновление винды исправляет то, что у меня раньше было настроено, скажем так, для другой команды, то есть там горячие клавиши. Я так это не люблю, когда Windows без моего разрешения сует нос туда, куда ей не нужно совать нос, в те места. У меня была запичена на print screen, ну, то есть горячая клавиша для того, чтобы сделать скриншот для одной программы. После обновления винды print screen убрался,
и дефолтные ножницы винды, типа, на эту клавишу назначились. Фиолей француз, да? Я не буду помогать ей. Она не должна была там начинать этот размен. Там было видно то, что вся тима. Мы могли на Шороба забрать. Уже не можем. Фиолей рандомно. Не, вроде есть какая-то последовательность, но я не особо ее запомнил и слежу за этим. Просто постоянно меняю оружие, чтобы знать, какое там второе у меня есть в запасе. Ну, либо тут вот можно. Вот, видишь, вот здесь вот есть иконки оружий. То есть те два оружия, которые у тебя сейчас основных. Я ориентируюсь просто последовательно, их меняя периодически. Какое оружие нужно использовать в тот или иной момент. Из тех двух, которые у меня есть в данный момент.
Ого. А можно мне там... А можно было ульту на Ренате нажать или вэшку мне дать? Вообще ничего не сделала. Там было время, чтобы нажать кнопки, она не нажала их. Не знаю, я иногда вот, ну, реально, типа, удивляюсь, как некоторые люди апаются в ранкеде, то есть там в платине сидят. Вот, вот как эта Рената может, допустим, быть в платине? Ну, то есть у нее первое золото, по-моему, или даже второе. Вот как? Как, если она вообще не жмет кнопки, она отказывается их прожимать в течение 2-3 секунд? С такой реакцией максимум четвертое серебро ей, ну, по моим меркам, светило бы. Четвертое серебро максимум. Но она вместе со мной в команде. Вопрос как? Бустанула себе аккаунт? С кем-то в пати играет, кто ей бустит рейтинг? Я не знаю. Удивляет иногда мне такие люди. Вижена нету. Мне не нравится эта позиция. Хорошо. Был бы Йоны, он бы нам очень сильно помешал, кстати. А Йоны не было. Нам повезло, что Йоны не было. Потому что Йоны мог бы, ну, мог бы нам навредить очень сильно. С его ульта особенно. Еще как вариант, да, вот это вот тоже типа очень плохо, когда человек типа идет в ранкет и пробует новых персонажей, на которых он не играл, либо пробует новые роли, либо и то пробует. Это тоже очень плохо. Золото 2. Маокай, Рел, Зайра. То есть на саппортах он 100% играет. А на Ренате вот не играет, походу. Две игры. Зачем тогда пикать Ренату, если ты не играешь на ней? В ранкет.